Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить кошку спать на вашей кровати. Кошки замечательные домашние животные, но иногда они привыкают делать то, что совсем не по душе хозяину. Например, спать в его постели. Как отучить мяукающего любимца залезать на вашу кровать? Давайте подробнее рассмотрим самые популярные способы заставить кошку забыть о вашей постели. Часто кошки спят на кровати хозяина, потому что у них нет собственного места для отдыха. Если это ваш случай, обязательно купите вашему мяукающему другу лежанку или домик для отдыха. Чтобы кошка как можно скорее привыкла к новому месту для сна, побрызгайте его кошачьей мятой и положите рядом с ним любимые игрушки питомца. Также не забывайте хвалить кошку, когда она ложится в предназначенном для нее месте. Иногда кошки выбирают кровать хозяина, потому что их собственное спальное место недостаточно комфортное. Лежанка питомца должна быть теплой, уютной, мягкой и сухой. Лучше расположить ее рядом с батареей. Также важно не забывать своевременно менять и чистить подстилку, чтобы избежать неприятного запаха и появления паразитов. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Если кошка упорно продолжает спать на вашей кровати, закройте ей доступ к спальне. В течение нескольких недель не пускайте питомца в комнату, где вы спите. Со временем кошка привыкнет к тому, что больше не может спать на вашей кровати, и обратит свое внимание на другое подходящее место для сна. Сделайте кровать неудобной для сна кошки. Помочь в этой ситуации могут ароматы цитрусовых. Попрыскайте кровать специальным цитрусовым спреем из зоомагазина. Этот запах отпугнет от постели мяукающего друга. Кошки своенравные существа, но даже с ними можно договориться. Следуйте перечисленным советам, и мяукающий любимец перестанет спать в вашей постели. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!